Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметов. Ну давайте посмотрим, что тут есть интересного, что тут нового. Каменное сердце, довольно-таки прикольный скинчик. По мне так он получше будет, чем мужская версия. Такая своя поза, очень прикольная. Стоит. Крылышки. Не, классный скинчик вообще. Когда он вышел, сразу же купил. Лезвие любви. Тоже довольно-таки прикольный такой звук удара. Выглядит так необычно. Так, поехали дальше. Так, акулья мягкость. Ну, здесь как? У нас с хвостом. Либо быть хвоста стиль. А что, прикольные такие подколухи в виде акул. Так, и рюкзачок. Тоже такой в виде акулы. Такой прикольная, видите, мягкая игрушка такая сшитая. Болтается на спине. Ну вот мужской скинчик чуть похуже. Потому что один только стиль. Хотя стоит одинаково. Вот вообще по идее стоит вообще одинаково скины. Но вот этот намного круче выглядит. У него рюкзак покруче. Здесь как будто морда отрезанная. Такой непонятный рюкзачок. Так что этот хуже. Но, честно сказать, я мало видел, что кто в игре бегал бы за этот скин, да, вот за этот играли больше. Дельтик, ну, кто-то, может, и купил, конечно, но довольно-таки дорого стоит, 1500, тем более такой довольно объемный, большой. Но чем-то прикольный, конечно, такой дельтаплан, такой необычный. Ну, не знаю. Большеват, конечно. Кирочки, рыборезы. Выглядит довольно-таки так неплохо. За 500 V-баксов. Деревянные такие, стиль удара, звук какой вообще отдает именно таким деревом. Покашено так прикольно в виде акул. Ну, акули, жабры, оберточка, ну, такая средненькая. Не очень такая заметная, но и непростая, так скажем. Так, вернулся скин Аксолотль. Ну, не знаю, по мне такой скин, честно сказать. Чем-то, конечно, необычный, такой прикольный, но... Не знаю, не очень-то мне такой зашел. Два стиля, темные либо обычные, и также с хвостом, либо без хвоста. Рюкзаки, четыре вида, там две корзины, это вообще непонятно что. Вообще. Непонятно, что это за рюкзак, что это такое. На колонку не похоже. Аксопак какой-то. Вообще непонятно, но такой себе скин, если честно. Средненький, так скажем. На любителя. Кирочка. Ну, звук прикольный. Я бы не сказал, что сильно там плохая. Выглядит, в принципе, неплохо. Два стиля. Либо обычный, либо альтер-эго. Удар одинаковый. Так, Каролина, довольно-таки прикольненький скинчик такой необычный. Именно на морскую систему с прошлого сезона. У нас же была Атлантида, еще такое. Нос такой какой-то, не знаю, как будто внутри где-то он. Глаза. Ну, чем-то прикольный скин, если честно. Рюкзачок такой, типа плащик прозрачный. Как будто с медузы взяли. Коралловая накидка. Ну,
Да, неплохой скинчик. Лазурный трезубец, вообще необычная кирка. Что-то такое вообще новенькое, такого еще не было. Меня как раз приколол этот такой стиль необычный. И тем более стоит недорого, 500 V-баксов. Да, скин, конечно, трындец. Сейчас собран из того, что было. Какого-то мусора непонятного. О, многие стрелы. Тут рука какая-то надутая, перчатка. Сам шарик, не знаю. Вот. Надо было на лбу нарисовать мишень эту. Ну, такой. Просто улет. Скин на любителя, так скажем. Из какого-то хлама собран. Тропическая разведчица, да? Скинчик со второго сезона. Ну, ничего необычного, просто взять дефолтный скин, разукрашен другую расцветку, вот и все за 700 V-баксов. Ну, кому нравятся такие скинчики, то да, в принципе, дешево и сердито. Южный танец. Мне музыка, вот, честно сказать, очень понравилась, но движения они однообразные. Ну так-то чем-то прикалывает этот танец. Подсолнух. Довольно-таки прикольный рюкзачок. Всего 200 V-баксов. Много кому подходит. Обычно бегают добычицы и сзади подсолнух. Это любимый сет вообще вот киберкотлеток. Ну вообще реально вот рюкзачок такой ничего. Нормальный. За 200 V-баксов довольно-таки прикольно выглядит. Андроид, эмоция. Ну, такой, если честно. Среднячок. Удар, пробка, ворот. Мимо. Вообще, попадем по этой пробке, не? Есть. Со второго раза, надо же, круто. Ништяк. Ну, такая прикольненькая эмоция. Можно, конечно, долго долбаться, эту пробку долго не открутить, но бывает, вот смотрите, сейчас повезло со второго раза. Бывает даже с первого, но это крайне редко. Ну и специальное предложение уже четвертый день. Не знаю, сколько они продержатся. Крушители Халка. Халк такой глухой удар. Когда перчатки этого Тони Старка одеты, там более звончий звук. Ну, удар один и тот же. Там, в принципе, система, она не меняется. Вообще, пикирки довольно-таки прикольные. Первый, кто получил, это обладатели PlayStation, кто попробовал игру Мстители и выполнил задание вред. Вторых, кто получил, это Xboxеры. Почему-то бета-тест был позже, чем у PlayStation. Но потом уже со временем появились уже на ПК в магазине за денежку. Тогда можно было бесплатно получить, если поиграть в бета-версию и выполнить задание. Ну, ладненько, на этом магазин все. Извиняюсь за голос, если такой, наверное, грубоватый, хриплый. У меня что-то начало болеть немножко горло. Так, ладненько, на этом магазин закончим. Тут больше ничего такого нету. Нового ничего не завезли. Ну, выбирайте из того, что есть. Может, кому-то что-то приглянулось. Поддерживайте тег автора, поддержка — это приятно. Кто купит с моим тегом что-то, скриншоты присылайте в группу ВК, либо в Дискорд. Потом сделаем розыгрыш, там, когда поднаберется скриншотиков. Какую-нибудь эмоцию, оперточку, кирочку, может даже скинчик разыграем, посмотрим. Ладненько, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, обязательно подписываемся на канал. Две ссылки на розыгрыш еще проходят. Стартер пак и батл пасс я еще разыгрываю. Так что участвуем. Переходим по ссылочке, выполняем условия и ждем уже непосредственно сам розыгрыш. Ну а на этом все. Не болейте, будьте здоровыми и счастливыми. Всем пока-пока.